объявление от Министерства внутренних дел и социальной гармонии. Золотой путь усилил натиск на армию короля. Значит, они отчаялись. Они знают, их дни сочтены, и потому обезумели. Верьте Пейгану и сообщайте о всех действиях Золотого пути армии короля. Да озарит вас свет Пейгана. Объявление от Министерства внутренних дел и социальной гармонии. Больше нельзя, он уезжает. Освободишь мою семью, я буду твоей должницей. Юму, Пейгана, сдам тебе всех. Все хорошо. Ты с ума сошел? Мои родные умрут в муках. Спаси их, прошу. Пол устраивает вечеринку в своем логове. Там он уязвим. Мясо ему привозят из соседней деревни. Это твой шанс. Доберешься, иди в комнату для допросов. Найдешь его там. Mira,
Внимание! Повторяю, Золотому пути срочно нужно подкрепление! Аванпост атакован! Внутренних дел и социальной гармонии. Величие Керата в его гордости. Работаете ли вы в шахтах или на кирпичном заводе? Фейган Мин ценит вашу преданность. Работайте усердно. Вы созидаете будущее Керата. Одна и моя семья с тобой. Это важно. Он крыса, а крысы бегут с тонущих кораблей. Поэтому тебе нужно застать его врасплох. Он устраивает вечеринку. Найди, где он отлавливает новых жертв, и смешайся с ними. Может, в нем и кровь Махана Гейла, но течет она, как у всех людей. Аджай, моя семья с тобой? Нет еще, но я иду туда. А, ладно. Проберись туда тайно. Это важно. Он крыса, а крысы бегут с тонущих кораблей. Поэтому тебе нужно застать его врасплох. Он устраивает вечеринку.
Найди, где он отлавливает новых жертв, и смешайся с ними. Местность. Зашевелится что? Стреляйте! Он здесь, точно! Убейте его! Не ждите, пока вас... Ищите! Ты сдохнешь, штука!